Они не были женаты. Так, просто жили вместе, как говорится, в гражданском браке. Но года через три такой жизни она решила, что устала ждать, что такая жизнь – это не совсем то, чего хочет женщина в 30 лет. Пыталась и намеками, и открытым текстом достучаться до мужчины. Я, мол, семью хочу настоящую, детей. Но близость и понимание, оказывается, уже ускользнули из их отношений. Поэтому он лишь отмахивался. «Лен, ну живем же нормально. Меня лично все устраивает». «А меня нет!» Это она про себя подумала. А вслух только вздохнула. Ругаться не хотелось. Тем более, что решение внутри уже созрело. Уже как-то пропало желание бороться за семью, которой нет. Почему-то некоторые люди не могут расставаться по-человечески. Им обязательно нужно сделать из этого драму, а если и расстаться, то максимально навредить, чтоб такой осадочек остался, чтоб на всю жизнь. Вот и Антон оказался таким. Когда Лена сказала, что хочет разойтись, он оскорбился страшно. По его взгляду она поняла, нервы потрепать придется, и остаться друзьями не получится. И не ошиблась. Через час невыносимого молчания он произнес ледяным тоном. «Уходи, раз уж решила, но собака останется со мной». «Что? Да как такое возможно? Да как он додумался?» Страшнее наказания Лена не могла представить. Завести щенка – она уговаривала Антона, наверное, полгода. Все-таки они жили в его квартире, и рисковать паркетом и мебелью предстояло ему. Лена долго размышляла, какую выбрать породу, и остановилась на фактурных и симпатичных ей французских бульдогах. Она стала показывать Антону фото милых щеночков, рассказывала, что накупит кучу игрушек, будет много гулять и заниматься. В общем, согласился. Да не просто согласился, а сделал ей сюрприз на старый Новый год. К тому же, это была годовщина их знакомства. Вернувшись с работы и обнаружив под елкой милого ушастого карапуза, Лена была вне себя от счастья. «Ах, как это романтично! Подарить щенка, исполнить ее мечту!» – думала она тогда. И разве мог возникнуть вопрос, кто именно записан хозяином в документах собаки и какая, собственно, разница. К воспитанию Лена подошла ответственно, как и обещала. Маленький Роня, а по документам барон фон кто-то там, рос парнем приличным. Мебель не грыз, дела свои быстро научился справлять на улице. Лена проводила с любимым хрюнделем много времени, души в нем не чаяла. И, конечно же, хозяйкой собаки была она. Антона пес любил, как члена семьи, также обожал обеих мам. Мама Антона наведывалась в гости, обязательно с гостинцем для Ронечки. А к своей маме Лена ходила часто и всегда с собакой. У мамы жили два кота. Их Рон тоже считал своей стаей. И после таких визитов коты оставались любовно обмусоленными. Своего жилья у Лены не было. Собираясь уйти от Антона, она обсуждала с мамой, что вернется не одна, а с Роней. Или, если мама не согласна, будет снимать квартиру. Но мама была согласна. Хоть и держала котов, собак тоже любила. «А Ронечку не любить невозможно», – говорила она. Условие Антона поставило Лену в тупик. Она не знала, как теперь разрешить эту ситуацию. Уйти без собаки она не могла, но и оставаться, когда уже заявила, что хочет разойтись, было как-то глупо. Тем не менее, она осталась, сказав, что ей надо все обдумать. Антон не торопил. Однако атмосфера дома стала невыносимой.
Они не ругались, нет. Вообще почти не разговаривали. Молчание было тягостным, по крайней мере для Лены. Приходя с работы, она брала Рона и гуляла часа по два. Домой идти не хотелось. Лена поняла, что не знает человека, с которым прожила 3 года. Раньше она думала, что можно решить любой вопрос, если сесть вместе и обсудить. Но все оказалось сложнее. «Антон, скажи, чего ты добиваешься?» – спрашивала она. «Ведь Рон тебе не нужен, и я не нужна. В чем же я виновата? За что?» Лена видела его отчуждение, равнодушие, и ее душили слезы. Пусть между ними больше нет любви, но зачем же вот так перечеркивать все, что было, и становиться врагами? Она не понимала. На ее вопросы Антон отвечал односложно. «Я все сказал, обсуждать нечего». И она теперь разговаривала только с Роном. Садилась в парке на скамейку, собаку усаживала рядом, обнимала и изливала душу. Иногда даже плакала. Рон слушал хозяйку очень внимательно и смотрел так, будто знал решение. «Не переживай, все будет хорошо, мы будем вместе», — говорили его глаза. Недели через 2 такой жизни Лена была сама на себя не похожа. Она не высыпалась и почти не могла есть. Как-то в конце рабочего дня мама заглянула к ней на работу. Увидев дочь, она сказала: «Так, Леночка, поедем-ка ко мне, чайку попьем, поболтаем и ночевать останешься». Лена стала было возражать, что ведь Ронечка там, с ним гулять надо и вообще. «Вообще» означало, что Антон решит, будто она просто ушла, оставив собаку ему. Но мама была непреклонна. «Разберутся они там без тебя и погуляют. Ты ведь не с чужим человеком Рона оставляешь. Тебе нужно отдохнуть, отпустить ситуацию, и все решится». У Лены уже не было сил возражать, и к маме очень хотелось. Там было уютно, можно было побыть маленькой девочкой и почувствовать тепло и поддержку близкого человека. Уехала к маме с ночевкой. Отправила она короткое сообщение Антону. Получив СМС, Антон с неудовольствием понял, что придется самому выгуливать пса. А он уже уютно устроился с пивом перед телевизором. Начинался футбол. «Вот блин! Ладно, сегодня попозже погуляешь», – сказал Антон внимательно смотрящему на него Рону и полностью погрузился в игру. Собака подходила еще пару раз, но Антон этого даже не заметил. Зато после футбола, собравшись наконец вывести пса, он обнаружил, что тот уже сделал все свои дела на коврике под дверью. Чертыхаясь, горе-хозяин стал все это убирать. Потом пошел в ванную отстирывать коврик. Лены сейчас не хватало, как никогда. Он еле нашел щетки и моющие средства. Когда, наконец, Антон закончил, он решил, что не мешало бы вывести пса хотя бы на 10 минут, чтобы не обнаружить такую же картину с утра. Рон вальяжно развалился на диване в гостиной, чего ему делать вообще-то не позволялось. Антон, и так уже злой, попытался грубо столкнуть его с дивана. Но не тут-то было. Рон огрызнулся, потом еще раз. Антон стоял и в нерешительности смотрел на собаку, а тот бесстрашно уставился на него, глухо рыча. У Антона возникло ощущение, что это какой-то чужой пес. Тут он вспомнил, что после прогулки Рона следовало покормить, так что этот рычащий пес был еще и голоден. Время уже давно перевалило за полночь. Антон устал и хотел спать, а потому просто развернулся и ушел в другую комнату, оставив собаку в гостиной на диване. Рон, хоть и был голоден, ликовал, потому что из этой ситуации вышел победителем. На следующий день у Антона был выходной, и, привычно проснувшись по будильнику, он выключил его и блаженно откинулся на подушке. Можно еще поспать. Но сон моментально выветрился из его головы, как только он вспомнил вчерашний вечер. Выйдя из спальни, он увидел Рона, лежащего в прихожей.
«Да-да, нужно бежать на улицу». Одеваясь, Антон хотел привычно потрепать собаку по голове, но пес убрал голову из-под его руки и снова посмотрел прямо в глаза. Антону этот взгляд не понравился. В нем был вызов, упрямство и полная уверенность в своих силах. А вот у Антона такой уверенности не было. Приходилось признать, что он испытывает злость и страх, не лучшие эмоции для общения с собакой. А Рон снова ликовал. 2-0 в его пользу. Взяв себя в руки, Антон пристегнул поводок, и они вышли на улицу. Прогулка длилась недолго. Рон был невыносим. Тянул и дергал поводок, шел только туда, куда считал нужным. На крики хозяина не реагировал. «Хорошо, что это всего лишь французский бульдог, а не ротвейлер», – подумал Антон и чуть не волоком затащил пса в подъезд. Ни о каком мытье лап он даже не подумал, потому что Рон и так постоянно ворчал и огрызался. Дав ему еды, Антон с тоской наблюдал, как он измазал пол своей кашей, а потом потряс головой, и несколько смачных шлепков прилетели на стены и холодильник. Затем пес с довольным видом прошествовал грязными лапами по ковру и снова улегся на диване в гостиной. Антон схватился за телефон и набрал Лену. «Ты где?» – спросил он коротко. «На работе. Как Рон?» – сразу спросила она. «Лучше не бывает», – подумал Антон, с ненавистью глядя на безмятежно спящего пса. «Все нормально», – ответил он и отключился. Ну не жаловаться же ей, что он считает часы до ее прихода и буквально не может расслабиться в своей же квартире, в свой же выходной. А вдруг она и сегодня не придет? А может, она ушла насовсем? Еще один вечер с этим монстром? Ну нет. Еле дождавшись вечера, Антон снова повел собаку на прогулку. Сперва Рон упрямился и тянул, но как только узнал направление, пошел идеально рядом. Иногда, если Лена задерживалась на работе, они ходили ее встречать, так что Рон прекрасно знал этот маршрут. Выйдя с работы, Лена сразу увидела их. Антон стоял хмурый, а Рон смотрел на хозяйку счастливыми глазами, улыбался до ушей и вилял всем телом. Она наклонилась и обняла своего любимого хрюнделя. «Что случилось?» Подняла она глаза на Антона. «Вот, держи». Одной рукой он протягивал ей поводок, другой – собачьи документы. «Рон твой». И он очень доходчиво мне это объяснил. Лена перевела взгляд на Рона. «Ну и что ты такого натворила? Как это ты сумел объяснить?» – шутливо спрашивала она. А Рон смотрел на хозяйку очень внимательно, серьезно и влюбленно. «Я же обещал, что все будет хорошо, и мы будем вместе», — говорили его глаза.